Ежегодные районные соревнования по пожарно-спасательному спорту в этом году совпали с месячником противопожарной безопасности Московской области. Что весьма символично, одной из главных задач подобных состязаний организаторы называют оттачивание навыков командной работы добровольных пожарных дружин. Мероприятие началось с приветственного слова почетных гостей. Я надеюсь, что вы сегодня продемонстрируете свое умение. Я хотел бы пожелать вам, чтобы вы показали хорошие результаты по итогам соревнований. И желаю вам всем успехов. Затем благодарностью губернатора Московской области наградили добровольцев, которые, рискуя собственной жизнью, помогли спасти жизни других людей при возгораниях в этом году. Среди них бригада рабочих, которая на советском проезде 13 спасла из огненного плена более 40 человек. Затем перешли к инструктажу и первому этапу соревнований – пожарной эстафете. Всего в соревнованиях принимает участие 7 добровольных пожарных дружин округа. Им предстоит успешно преодолеть 2 этапа состязаний, продемонстрировать быструю и слаженную работу в команде. И, конечно, потушить пожар. Все команды действовали четко и быстро, показав хорошие результаты. Борьба, как говорится, ноздря в ноздрю идет. Там буквально десятки секунд вот лидеров разделяют между собой на пожарной эстафете, что очень удивительно. Это, как правило, показывают такие результаты с такой минимальной разницей профессионалы. После пожарной эстафеты участников ждал второй, не менее важный этап – боевое развертывание. Здесь от слаженной работы каждого участника команды напрямую зависел конечный результат. Тяжело было, скажите? Да не тяжело, немножко не получилось у нас там в начале, а так все хорошо. Добровольные пожарные дружины есть во многих поселениях муниципалитета. В совхозе имени Ленина она существует уже 7 лет. В нее входит 12 активистов, но, как уверяет глава поселения, добровольцев-огнеборцев у них гораздо больше. Но есть еще активисты, которые всегда готовы прийти на помощь. Более того, есть в каждой деревне какой-то актив, который готов выступить в рамках добровольной пожарной дружины до того, как приедут наши. В 2018 году дружина заняла лишь 3-е место, а в этом году по результатам общекомандного зачета смогла получить 1-е. На 2-м месте добровольная дружина МБУ «Дорсервис». Бронзу завоевала команда из развилки. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.